Здравствуй, робот. Сегодня я расскажу тебе, как правильно сделать мотор, чтобы он вырабатывал электричество. С помощью мотора запустить электрический генератор. Папа мне принес два мотора и светодиод. Потом я к другому мотору. Генератору. Соединил мотор и генератор пасеком. И теперь мой мотор будет вращать по пасеку генератор, который будет вырабатывать электрический ток, от которого светится мой светодиод. Давайте проведем этот эксперимент. Я запущу мой мотор с помощью батарейки, и он будет крутить мой генератор. Видели, как засветился мой светодиод? Я рассказал, как я сделал генератор, выработал на нем электричество для светодиода.